BTCC, китайская криптовалютная биржа, представила свою первую отдельную криптовалютную биржу – BTCC DAX. Как сообщает CryptoCoinsNews.com, первой доступной при запуске платформы торговой парой станет ETC-BTC. Выбор пал на Ethereum Classic после того, как в мае главный исполнительный директор BTCC Бобби Ли выложил в Twitter опрос, попросив криптосообщество проголосовать за то, какую цифровую валюту BTCC следует включить. Ethereum Classic выиграл двухнедельное голосование. Следующей валютой на DAX должен стать Ethereum.